Доброе утро. У нас вот Татьяна постельная с утра уже поменяла. Ну, Макс почему-то решил занять одну подушку, одну наволочку, ни в какую не уходит. Дело хозяйское. Давай. Мы у тебя в комнате, кстати, сейчас меняем, Максим. Да. Сейчас здесь идет смена. Смена. Натягиваешь это? Простынь. Понятно. Макс так лежит там на этой подушке с наволочкой, ага. Ни в какую не хочет оттуда выходить. Сердечки. А, у нее еще этого не было, еще не одевали? Нет. Та, которую им на Новый год подарили? Да. Здорово. Так, одеяло не снимала еще? Я забыла. Снимай свое одеяло. Нам надо быстро все это сделать, потому что мы еще... Папа, ты тяни вот за простынь, а я за вот это. Давай мы постельно, Вика, ты игрушки все-таки доубираешь? Я папе помогу. Ликвидируешь последствия вчерашней вечеринки. Но у нас вчера была тут вечеринка, взрослая и детская. Вот. Две взрослая семьи. Уже ликвидировала свои последствия. Да-да-да. Вот. А детский еще здесь. Вот. Вот моя. Твою, да? Ну давай, занимайся игрушками, а вот тут это. А я уже здоровался, Вика. А, ну все, всем доброе утро, от Вики тогда. Доброе утро, мы постельно же менялись и здоровались, Рыгун. Ну, Вика, да, Вика, ты тоже там была. Так, ну что, мы собрались и выдвинулись. Да, сегодня... На улице прям тепло, так хорошо, 8 градусов, минус 8 градусов. Минус 8, для нас это просто лето, буквально летняя погода. И такой кайф. Такой кайф, так да. Что я думаю, мы сейчас нагуляемся, и вопрос с прогулкой будет решен опять-таки. Да. С обедом будет решен. Ага. В общем, все так. А для нас и с завтраком. А для нас и с завтраком, да, мы не завтракали. Ну, в смысле, для взрослой части нашей семьи. Да. Дети-то позавтракали, а мы так по чашке кофе выпили. В общем, едем мы тут рядышком с нами, чтобы пожарить сетку. Мяско на моего шашлыки. Папы. Да, день рождения вчера было. Вот, мы, ну, они решили сегодня его праздновать, потому что... Вчера ветер вчера был еще. Ветер сильный, да, вроде да, по погоде посмотрели. Хорошо, вроде. Да, что сегодня и тепло, и безветренно, что бывает мега редко в Красноярске, мега редко. Ловим момент. Да, либо холодно и безветренно, либо потепление, но сразу ветрище. Поэтому, да, я надеюсь, мы этот момент поймаем сегодня. Ну, вроде поймали, пока все хорошо. Даже чуть-чуть погуляем, уже будет прекрасно в такую погоду. Вот, ну а мы, собственно, подъезжаем, как я говорил, то прямо рядом с нашим домом. Вот мы выезжали со двора, а вот мы уже и едем парковаться. Да, надеюсь, там народу еще немного и парковка будет. В прошлый раз мы к 11 подъезжали, как-то были места, а вот когда выезжали, там уже все было забито. Посмотрим, как нам повезет в этот раз. Вика вырезала, он разукрасил. Вот решили с утра пистолета не сделать. Да добавлять, конечно, сразу все угли. Че их это? Смотреть на них. Потихонечку разгорятся. В одном термосе говорила, что кипяток. Для другого чая, зеленого. А, да ладно, и такое, такое можно купить. И просто ради меня. Это хорошо, да, сразу слезть. Ну, хорошо, ага. Клеится. Сразу их видно, ну прям тут могут кататься, да и все. И нормалек. Нормалек. А, там наверху. И чё оно у тебя огромное? Ты взял? Я взял такое. Держи! 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 Держи
Пусть он держит. Вы садитесь там еще. Ты как старший, садись с ними. Сюда поворачивайся. Вика, держи. Ой, твою. Что-то не доехали маленько они. Что-то пошло не так. Съехали со скалы. Веса не хватило. Если бы сзади кто-то сидел, она бы маленько поднялась. Да они с нее скатились. Сильно большой угол, и она скользкая. Они просто с нее вперед уехали. Она застряла. Ага. Там яму выкопали, короче, пока ездили. Не надо тут. На той нет. Вот тут. Тут. Потихоньку катайтесь. С Женей? Да. Так, Женя, он с собой хочет. Не знаю, где вы можете прокатиться. Нет, это не. Нет, это не. Максим, уехали со мной. Максим, уехали со мной. Нормуль. Максим хочет с Женей кататься, но там горка слишком трамплинистая. Все, мясо пошло. Ничего не знаем, все готово. Горячее с сырым не бывает. Да что, Тань, где будет? Да готовы идти, и курица готова еще вперед пожарить. Ура! Ура! Так, что, кому там подавать? Что, жена именинника накрывает? Да, мяско, мяско. Ух ты, там бутерброды с икрой я вижу. О, Макс пошел свое место занимать. Он помнит, где он сидел в прошлый раз. А что он там увидел? Ага. Давайте. А с кастрюля в нее будете накладывать? Да. А вот в ту будете накладывать? В эту курицу. Ну давайте тогда на нее пока поставим. Так это не курица же. Не, в смысле, на ту бы поставили, а в кастрюлю. Не, оно уже не 100% не расплавится. Ну или где-то 80%. У меня ничего нету, поэтому я буду рубить. У меня есть руки, да, скажи? И это хорошо. Ой, Виколь, подожди. Ну. Хорошо. Давай я подержу. Но уже давно пора. О, это что там ты? Племяшек. Пелемешек. Эту! А, эту? Ты за бутербродами требуешь? Вот это что ли? Подожди, Максим, пока не снимай. Давай, сейчас еще это, все придут. И это, а то руки замерзнут у тебя. Голодный-то наш товарищ. Ты снял. Не замерзли руки. Ну, конечно, от них пар идет от твоих рук. Вот это? Да вот это. Дай какую-то тарелку, которая с маленькой есть. Ага. Самый голодный на месте. Это мы с Максом. Да? Самый голодный. Это нам курочку дай. Ну, он пока это мясо ест нормально. Не, курки могут выйти. Остальные все за рулем. Ну? Что хочешь? Попить? Я тоже пить хочу. Водичку налить или чай? Чай. Я тоже хочу чай. Почему вас не слушают? Ну, он не сладкий. Все, сам поехал. Оп. Оп. Я тоже. Чей дешевле телефон? Того это вниз скидать. Давай, сейчас пусть подниму тебе. Так, ну мы уже дома. Таня с детьми пошла домой. А я сейчас буду из ее машины аккумулятор доставать. И вон как замело. Она у нас еще до Нового года тут стала. Так и стоит. Поэтому надо ее заводить и откапывать. Для начала аккумулятор надо завести. Сейчас будем его пытаться снимать отсюда. Я все снял, поставил на зарядку. Таня пока Макса укладывает. Такие дела. Так, у нас тут ужин намечается. Кстати, к нам приезжали гости уже. Танин дядя родной. Да, сын родился.
из Саяногорска, когда он приехал к дочери, к нам заезжал. Тут молодой человек что-то тут ходит, переживает, что ему шоколадку не дают кушать. Страдает у него по этому поводу, страдания некоторые наметились. Татьяна работает, сидит. Отправила меня пиццу греть. В общем, у нас ужин какой? У нас ужин такой. У нас ужин, это наш вчерашний вечеринсковский перекус. Вечеринка продолжается. У нас остались суши, у нас остались пицца. Поэтому вот, вот это все мы достаем и кормим этим себя. И... Я хочу такой. Не хочешь такую пиццу? Хочу такой. Не хочешь? Ну отлично, там еще супчика, кстати, маленькая есть, по-моему. Нормально? Меняем пиццу на суп? М? Или подумаешь? Хочу все кушать. Не хочешь? Ну, мне кажется, это ты пока тебе не это перед носом не поставят. Так, Вика тут собрала у нас автобус Лего. Автобус такой. Ой, так она долго его ждала. И мелкие детали вот такой. А тут вот бассейн выезжает, да. Еще где-то. Да вот. А ну-ка. Опа. Опа, бассейн. Я хочу такой автобус. Горка. Да там хомячок дверцы. Еще есть. И хомячок у них. Давай, Вика, ну-ка у собери его, чтобы он стал автобусом. Да? Хорошо. Это вот такой прогулочный. Так. Это спальня. Бассейн. Это спальня, видишь, она как бы низкая. Опа, открываем. Это классно. Убираем. Домик. Теперь это закрываем. Будем визуализировать. Да. Так, куда Мик? Максим. Вот тут у меня. Вай. Сейчас, подожди, Максим. Так, теперь зонтик сюда. Ага. Так, да подожди. Да он, видишь, он... Да нет, сейчас Вика нам его собрать хочет. Максим, сейчас автобус показать, поедет. Как он в собранном виде выглядит. Оп, смотри, опа, поехал. Сейчас опа, крыша закрывается. Вот так. Вот у него подножки, чтобы он стоял. Опа. Стоял. Угу. И опа. Водитель там сидит. Водитель. Короче, все головами закрыли, автобуса не видно. Все ползают. Всем любопытно. Вот такой вот. В общем... У нас мечта покататься, попутешествовать на автобусе. Ну, на автодоме, короче. Дом на колесиках. Да, поэтому будем сейчас визуализировать, чтобы когда-нибудь с нами это случилось. Вот тут такая ступенька. По Европе или по Америке, или по России, вообще не важно даже где. Мама, ты смотри, тут ступенька, теплое время года. Чтобы вот сюда. Залезть наверх. Да, вот так вот открывается. Этажом. Яблоки растут. Ага, тут вот такая вот специальная гладкая, чтобы съезжать. Просто вру. Классный. Классный, молодец, Вика. Это у нас сегодня задница брала его из Лего. Ну, я там только... А у парня теперь руки чешутся, он не может. Прям... Это столько тут, скажи, ломать, не попереломать, а. Столько всяких механизмиков. Но столько механизмов. Таракашка ползает просто. Да, все, хочется достать теперь оттуда, да? Ой, ты, Макс. Ну, ты даешь. Я могу что принести. Давай. У тебя еще там что-то есть? Вот, они только построили его. Это что? Они сами построили автобус. А, это у них карта, как строить автобус. Дайте мне... А-а-а. Опа. Дайте разверните, чтобы вот сюда его поставить. Как-нибудь. Да ладно, нет, будешь он в стороне я стоит, а он не увидит. Оп-оп-оп-оп-оп. Из горки, да? Фу-ху! Не так надо кататься. Смотри, как надо. Да ладно, нормально он поехал. Что ты? А вот так вот надо кататься. Просто берешь. Оп. Так, ракетки идут сюда. Представь.